Ольга Скороходова, участница вокального ансамбля «Улыбка», очень любит сочинять стихи на разные темы и часто пишет их для друзей и родственников. Стихотворения о родине и войне занимают значительное место в творчестве Ольги Николаевны. О Великой Отечественной войне женщина знает из рассказов своих родителей. Мои родители, молодые, мальчик и девочка, стояли в Нижнем, они, Горький был, они делали «Катюшу», и им подставляли еще подставочки под станок, чтобы можно было сделать патроны. А мама моя, она была, проверяла, контролер была. Накануне Дня Победы в Совете ветеранов прошла праздничная встреча. Члены Совета поделились тем, что они помнят о войне, поговорили о подвиге солдат, а ансамбль «Улыбка» выступил со всеми любимыми военными песнями. Вокалистом подпевал весь зал. Детей войны поздравили с 9 мая и гости праздника, руководители администрации, а также депутат избирательного округа Павел Амельичев. Благодаря вам, в том числе, будут расти наши дети, внуки. И у меня большая убедительная просьба к вам, чтобы вы вот этому новому поколению, детям, внукам, передавали ту историческую память, что война – это все-таки плохо, что мир – это хорошо. Идут года, но, безусловно, День Победы навсегда останется главным праздником в нашем календаре. Крепкого вам здоровья, счастья, долгих лет жизни. Самое главное, чтобы всегда ваши любящие и близкие люди были рядом с вами. После концертной программы ветераны отметили День Победы за праздничным столом. Светлана Юрунова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.